почему нет народу? Панкабля? Нано панкабля. Да, you want? Do you want? Я куплю тебе. Не надо снимать. Да. Не надо. Там не надо снимать. Окей. Как только мы прилетели из Кореи в Алматы, нас встретили наши друзья из Казахстана. Из-за ковида я не видел с ними больше 4 года. И для нас приготовили такие приятные подарки. Блин, Алматы, я в Алмате! Люша, привет! Сколько лет, сколько, Дим? Люша, привет! 4 года прошло. Привет, Малина! Вот Аружан уже ведет фан-страницы очень давно, мы с ней наконец даже встретились. Ты лучше знаешь меня, чем я. Играла свою фан-страницу в 2018 году, 15 апреля, вот, а фанатство в 2016 году. Первый день в Казахстане, Алматы. Добро пожаловать в Алматы. Не понимаю. Мы приехали в гостиницу Рахат Палас, и они приготовили такие мои любимые торты, медовик, и... Я хочу плакать, что это такое? Еще постель, я уже легла, очень удобный, уютный. Как мне нравится. Доброе утро, дорогие из Казахстана. Сейчас идем позавтракать. Дорогие, это бассейн. Я думаю, просто это рай. Так спокойно, блин. Еще хочу плавать там. Для Юна Казахстан первый раз, поэтому приехали посмотреть разные места. Мы приехали в Умегу, будем смотреть, что там есть. Пицца vs суши, это интересно. 엄청 커 여기. 와, 진짜. Еще зашли в магазин посмотреть продукты. Яблоко. 695 тенге. Это $1 and... Один штук. Но килограмм. Ничего себе. Это корейский чонгподу и бекхол. Тапси. 신라면, 김치, 우동, 불닭볶음면도 있어. 불닭볶음면, 짜장면. Это Корея. Вот Юн взял из Кореи много лапши, но упаковка все равно по-другому выглядит. Попробуй. Вот это, пальцо. Чиз. Интересно, что там. А, это как Корея. Вау. Это у нас галерея Хёндэ-бекхаджом, да? Это обкужон? То же самое. Ну, у нас вообще очередь стоит 8 часов, чтобы купить такие вещи. Ну, у вас очередь нету. У нас денег нету. Я не думаю, это Ютуб. Просто... У нас надо взять талончик, чтобы ждать, чтобы купить. Еще есть подработка, которая ждет очередь. Но тут вообще очередь нету. Это интересно. Как наш главный торговый центр в Корее. Да, you want? Do you want? Я куплю тебе. Не надо. А почему нет народу? Это очень интересно. Я думаю, это самое лучшее здание, которое мы видели в Алмате. Кстати, Алматы это самый лучший коммун, а? Самая лучшая температура. Самое чистое и хорошее здание в Алмате. Я думаю, если корейские туристы приезжают, они будут очень много покупать. Точно.
Вот. У нас очень грубо относятся, это честно. Ну, не очень хорошо обслуживаю, из-за того много народу очередь стоит. Но тут вообще очень хороший сервис, мне кажется. Там продают корейские блюда, наверное. Тут вид вообще очень классный. Это канка? Кунгула? Что они делают? Там блин. Вон там люди живут. Это Есентай-сити. Новый жилой город. Я хочу жить там, да, Есентай-сити. Квартиры, ты приехать, шопинг делать. Да, один квадрат. Если вы живете там, тогда напишите, пожалуйста, кто живет там. Горы. Ну, это высоко находятся. Mm-hmm. Прямо рядом гора. Вы можете там жить и приехать, и делать шопинг. Сейчас пойдем посмотреть. Магазин, супермаркет. 한국보다 더 좋은 것 같아. 사람이 없어서? 사람도 없고 한적하고. 어, 그치. 우리나라 사람 너무 많아. People в Корее тоже 3-4 дня назад появился, но тут вообще. 우와. How much is it? 1,000,000 тенге. 150만 원. 이거 250기가 맞아? 250. 아, 반값이야? 나는 반값. 50% increase. No, here it's all time like that. It's plus of the commission. Sentai Gourmet. Дыня! Арбуз! Как выглядит дыня? Дыня. Вот дыня, вот дыня. Вот, вот. Дыня, почему оранжевый? Ну, разные виды есть. Перец? Не этот, это чучхелла. Они огурец положили. Очень много раз, и мне интересно все посмотреть. Что это? Это щука, да? Щука? Ща. Юн, this is щука. Гостей Джервис Калтон и Эссентай квартира. Самый модный самокаты в Алмате. Что интересно, это в Корее без водительского права невозможно кататься на самокатах, потому что это опасно и серьезно. А тут дети тоже катаются и без водительского права. Если я оплачиваю, можно сразу кататься. Поэтому тут я очень много каталась. Мы приехали с Асаном, Юнан, Акимат. Говорят, из-за революции вот так зажигли. Очень большой. Вот так везде ездили в Алмате. Тут очень красиво и горы тоже есть. Еще Асан и Юн поехали в самый старый магазин в Алмате. Асан, чапче. It's Korean food, right? That one. This or in Russian it's like фунчоза. А? У нас это фунчоза называется. Yeah? У нас некоторые блюда очень похожи на корейские. So where is the cake? Это на русском пирожки. Очень. Узбекская самса, есть казахская самса, есть куриная самса. Есть, да, с печенью у вас? Да. Не надо снимать, не надо снимать. А, окей. Is it on now? А? Ну, короче, вот пробуют у нас сейчас узбекскую самсу, такую хрустящую, с курицей. Как тебе? Вкусно. Да? Круто. The meat is best in the world. Yeah. Мы катаемся в метро в Алматы. Алматы Бекетти? Бекетти, Санша. Тут Ника в Корее вещи тоже очень подробно проверяют. Но в Казахстане метро намного глубже.
тут 91 тоже есть. Го-го-го-го-го-го-го! Только три выхода. Да. У нас 13. Я знаю. Я никогда не заблюдусь. Что? Четверо, ты что? Четверо. Четверо, ты не го. Как это ты? Когда? Нам метро понравилось, но единственное неудобно было это без интернета. Вот. Только до 9 рейни, поэтому я думаю, без интернета можно все-таки ездить. В следующем видео я покажу, куда мы приехали на метро. Ждите, пожалуйста, новое видео.